специалиста с пеленками. А у меня у мамы страшненькие эти самые бактерии. Кстати, приходят. Они трогают мамки? Ёбка, не трогают? Нет. В общем, там мы его не подпускаем, они его замучают. Тима, хороший, Тима. Как? Нет, обалденный вообще. Нет, кто-то очень красивый, слушай. И лапы у нас собрали, и дети играли. Привет. Ну, тебя что, аппетит поймет? Львиное сердце, да, вы? Да. Он как бы где-то. Видишь, ну, да, когда ты смотришь вообще, ну, да, растет, мы для неправильно тоже, да. Тоже его не надо такой носить, вот такой поросенка. Помочек начинает. Да, стойку уже поставить, вырос уже, 30 дней, здесь, ну, что это ничего. Не проходит. Не проходит. Ты возбудился? Нет, как раз удачно. Все спят, а этот подбежался. Смотри, как какой хороший стал. Обалдеть. Слушай, как вы растут, да? Чудо, хороший какой стал. Нормально. Манька, да ты стоишь, ты сможешь, Саша? Сейчас, да, скандалит. Так, самый скандальный. Самый скандальный. А, вот еще одна ногой, да? Угу. Белый хороший, конечно. Еще ножки брал. Так, идите сюда. Дети. Андрюх, нашу голову сними, как сушки помнили. Берем пробовать к вам. Вот башня. Ну так, мы же подняли. Ну ладно. Мол. Вот сюда, да, иди к ним. Дени. Это у нас не кондиция. На 2000 рублей. А мне белого говорит очень много. Да нет, нормально. Совершенно то вот. Не, ну понятно. Все нормально. Нет, ну обалденно. 2000 рублей, мне с вами больше нечего разговаривать. Скажите, наоборот, редкий щенок. Вот посмотрите, какие все вот одинаковые, а он редкий. Да, наш-то духонький, что-то дорос. Да, 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 не за слово, он кушает, по-моему, много. Нет, он, во-первых, вот самый белый стал. А вот этот мне не нравится по характеру, он какой-то ленивый. Он спокойный очень. Он очень спокойный. Нет, это не, не, он нормальный, он просто спокойный. Вот он не шебутной такой. Самый шебутной, это, конечно, ваш. И вот этот такой тоже. А ты в Харьков поедешь? Да, пугать украинцев. Поедешь в Харьков пугать украинцев. Давай, иди сюда. Давай. А если когда забирают сырка? Обещали тоже сегодня? Ну что, тишина, даже не звонков, ничего. Ну, за белого мы не переживаем. Заберу. Вот, вот вроде. Да. Самый плаксивый. Бум. Карина увезла? Угу. Слушай, самый... Да, так вообще. Вообще, ты там... Да, человек настроился, серьезно там. Уши резали. Будет годно, да? Да, хорошо. Клеймо вчера поставили. Угу. Нет, уж не видели. Зачем тебе это говно? Вот на дома своего. Ты не знаю, как маленький. Сиди ты спокойно, мать героиня. Ну, дурак. Правда, да? Не знаешь, хорошо? Не смотришь, не видишь. Так, хорошо. Это что, хорошо? Да. А что, как ты думаешь? Ну, не бывает, что ты.
его взвесить. 33 дня было. Ладно, 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 ладно. Ладно, ну ладно. Ну ладно. Ты черного мочишь, да? Черного мочишь. Я разбираюсь. Это чтобы не взвешивали вообще, не мучились. Это надо просто купить белодонами. Да, я думаю, что это дело. Ой, она в гемопатической аптеке, ты просто берешь, его натираешь и мочишь тряпку. И как бы на ночь это все на сиськи и потом через это, когда потянешь, вообще ничего не останется. Вот так и повисну. Так, что ты там уже ешь? Проводов у нас и дома много, иди сюда. Нет, там отключено. Мелочь. Все отключено, все приготовлено. Еды. Ну что же произойдет у нас? Так, а что нет? Не юн. Это самое. Вон они отсюда газета. А, вон они. О, думаю, что в сентябре привезем в конце. В сентябре надо будет его немножко как бы настроить. Там же поворачивай, он с ним вот как приедет из деревни. Куда ты пошел? Мелочь. Дем, ты такое лицо? Это вообще. Ты о чем думаешь-то? Сирота казанская. На, Демик. Шишка мне очень красивая. Ну, вообще. Смотри. Мы задумались. Мы задумались. Ну, Ира, ну как обычно. Самая хорошая собака. Добрая собака. Классная. Да не надо меня жрать, Ира. Знаешь, что ты хочешь говорить? Ты нос морщит, да? Ага, это мои штаны, последние. Как он ест? Нормально, сам ест. Он единственное, что мало ест. Он немного. Если эти наедаются, что не хочу, вот раздувается. Я не хочу, а сколько миски заваливаются. Этот мне туда поел, значит, и стакал дальше. Он середин. Зачем? Вот у него живот не вздувается вот так, как вы видите. Ну так он нормально, ни от чего не отказывается. Мясо. Вот у нас только нос торчит, видите, на сушке могут замерзнуть. Представляешь, как все это настроено?